Привет, привет, мои дорогие! Очень рада, что вы зашли на мой канал. С самого начала хотела бы что вот сказать. Вы будете смотреть это видео уже завтра, и завтра оно выйдет, а сегодня прощенное воскресенье. Я бы хотела вас сегодня попросить прощения за все, что, возможно, где-то волей или неволей вас могла обидеть, задеть. Поэтому простите меня, пожалуйста. И давайте посмотрим, как пройдет сегодняшний наш день. Идет правильно? Неожиданное включение. Видишь, это у тебя 0,5 же идет, правильно? Вот, тогда получается, если одна к 6, правильно? То это сколько она получится? Она 0,5 идет. Я подумала, то, что если по клеточкам, то что 6 клеточек, то значит одна клеточка из 6. Нет. Одна шестая. Маша черновик засняла сейчас. Вот это. Все у нас. А то, что вы учитесь? Ну, я, видишь, это как бы... Он-то не поняла тему, и Рома ей пытается объяснить, а я пока булочки делаю. Булочки делаю. Вот. То есть получается 1/6, правильно? 1/6. Вот. А ты тоже возьмешь, да? Да? Ну, смотрите, если бы она была 1, то есть вот эта, которую вы отметили, полинг, то тогда была 1/12. 6 умножаем на 2, 12. Это понятно. Ну, это понятно. Не 12 же. Значит, 6 клеточек. Приехали мы в парикмахерскую. Завтра Рома едет фотографироваться наконец-то на права. Все он сделал. И наконец-то я перестану работать у него водителем. Сейчас приехали, посмотрим. До 8 работают. Может быть, есть свободный мастер подстричься. Потому что я на него уже не могу смотреть. Хоть побрился. Я говорю, да как на права? Ты ходил с бородой? Сейчас побрился, потому что говорю, как ты потом на правах будешь? Да, да. Он подстригли, товарищи. Но еще не достригли, да? Я еще не достригла. А, это еще не достригли сюда. Я говорю, столько срезали, я говорю, это ж надо было так зарасти. Надо было его сначала до сфотографировать, потом после. Это да. Но у нас вот до его семьи. Ты кем работаешь? Моделью. Да ладно, ты же страшная. А я работаю моделью до. Да, после уже другая. Здесь сделано просвечивающе, чтобы видно было, что клиенты воруют из-под стола. Или это нервничает. Для телефонов, бестолочь. Да? Да, чтобы кто-то телефоном сидел. А-а-а, нифига себе. Экран. Ты понял? Ты можешь, да, телефоном сидеть. Я понял. А я думал, это для других целей, чтобы следить за руками, что делает. Как знаешь, как у зубного, сразу видно, нервничает человек или нет. Оказывается, видишь уже какие новомодные. А, кайфуй, да? Да? Уже так стричь. Ты там что, чем не занимаешься? Нет. Видишь, моя рука. Поэтому, видишь, вот взяла пеньюар. Сейчас приехали за щепой. Складываем. Ты сколько хочешь взять, Ром? Сколько войдет? Сколько войдет? Что? Ну, что такое? Приходила к маме, она мне угощала кофе. Я говорю, что у тебя за кофе такой вкусный? Она говорит, это ирландские сливки. Сейчас она мне купила. Я, если честно, не знала, что это жаке. Я бы такие, не знаю, почему-то не взяла. Ну, вкусный вот такой кофе. Это молотый кофе настоящий. Вкусный, мне понравился. Недавно для себя открыла рыбку иваси. Это как маленькая селедка. Это как селедка, только она маленькая. Посмотрите, какая малюсенькая. Она такая вкусная. Это просто вообще божественный вкус. Конечно, дорого. У нас по 470 рублей за килограмм. Сейчас я ее с лучком, с маслечком. Еще купила сазан. 3 штуки хочу завтра пожарить.
То есть он у меня разморозится сейчас за ночь почище. Он такой крупная шелуха. Я, если честно, терпеть не могу жарить рыбу. Напишите, как вы к этому относитесь, к жарке рыбы. Мне, конечно, это... Ну, здесь вот крупная такая шелуха. Я надеюсь, что почищу ее быстренько. Потом, конечно, тоже только убирать после рыбы надо. Но очень хочу жареной рыбы. Давно уже не жарила. Сейчас буду готовить. Картошку отварила в мундире. Сейчас порежу. Я не чищу. Я просто режу и все. Убираю кишки, отрезаю голову, чищу. Потом картошка. И посыпаю сверху я лучком рыбку и поливаю маслом. Вот мне так нравится, честно, больше. Кто-то пишет, там надо чистить. Не знаю, не чищу. Мне вот так самой больше нравится кушать, когда ты чистишь ее сам. Сегодня купили фрукты, заехали. Купили 5 вот таких вот огромных гранат. Просто огромных, смотрите, какие большие. И уже сейчас одну открыла. Смотрите, какая она красивая. Как сейчас на свет как-нибудь. Смотрите, какая красотень. Очень вкусная. Я давно таких не ела гранат. Прям повезло нам. Тут груши. У нас Лида очень любит груши. Поэтому гранаты у нас все любят. И она тоже гранаты любит. Но Лида у нас вот груши. Диана у нас любит яблоки. Тут я взяла, так как сейчас я полностью ушла на диету, сладкое ничего не ем, и вот так вот с чаем одну-две съем. Но мне вот такие нравятся, они в коробочках. Они такие вот, знаете, не пересушенные финики. Такая коробочка, может, кому-то будет интересно. Но они вот такие в коробках, они разные-разные бывают, но обычно очень-очень вкусные. Тут я взяла помидорки, черики. Для жульена взяла шампиньоны, хлеб, тут Балтимор вот такой вот взяла, написано, что острый, чеснок, лук, мандарины. Вот такой вот. Вот это у меня все получилось на 2500 рублей. Ну, 1100 получились только гранаты. Потому что тяжелые, они большие, тяжелые. Вот такие у меня сегодня покупки. Сейчас на заправке есть и на Лукойле, и вчера заезжала на Газпром, смотрела, у них тоже есть такая акция Лукойле, вот такие вот ножи. Мне сказали, что это очень хорошие ножи, что это литые ножи, то есть цельные, что металл идет цельный. Мне очень не хватает вот такого ножа резать овощи и вот такого ножа, то есть классического. Если честно, я не знаю, насколько будет удобная ручка, мне показалась не очень удобная ручка. Ну, посмотрим в использовании, потом расскажу. У меня были бонусы, там сейчас у них собирают вот эти вот наклеечки, там получается одной заправки у меня получили все наклейки, бонусы были. У меня вот два ножа вышло за 800 рублей. Я, конечно, очень-очень счастлива, потому что хорошие ножи за такую сумму не купишь. Алиэкспресс заказала электронную точилку, которая А220 будет работать. Не знаю, знаете, не знаете о том, что ножи надо точить перед каждым применением. То есть так положено. Не так, что, знаете, он уже затопился в самое не хочу и теперь начинаю точить. Их надо точить постоянно. Та-та-та-там. Мне еще вот такой понравился у них есть. Вот такой, может быть, тоже у меня вот такого ножа нет. Если такие еще что-то подобное. А, вот что-то подобное такое есть. Такого ножа не было. Это Асали заказывала стеклянные ножи, эти черные керамические. И они классные, пока новые. А где-то упал и все, откололся. Лучше покупать вот такие вот ножи, но действительно уже надолго будешь ими пользоваться. Сегодня сделала я вот такая вот, у меня здесь брынза получилась. Очень вкусная, очень вкусная. Уже могу делать видео и сделаю обязательно рецепт. У них несколько уже. Это моцарелла, Анюта, я сейчас резала. Она у меня с приправами, с травами. Очень вкусная получается, безумно вкусный сыр. Я, если честно, никогда ничего вкуснее не ела. Обязательно покажу рецепт. Мы уже тут свое все кушаем. Тут вон сыр нарезанный. Тут вот еще обсыхает сыр. Тут у меня творог делается. Молочное производство полностью у нас сейчас здесь дома.